Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В этой части мы соберем два кузова. Кузова от Урала фирмы «Звезда» и кузова от Урала фирмы «Трумпетер». Сейчас срежу все детали, подготовлю их и потом посмотрим, сравним количество деталей, качество деталей, как что отлито, как что сделано, и проведем как бы небольшой анализ по кузовам. Видео по сборке рам и кабины уже есть на канале. Если вы пропустили, то можете посмотреть. Ну а теперь сейчас срезаю, подготавливаю все детали. Главное хорошо все зачистить и начинать сборку. Довольно неплохо пластик режется, неплохо зачищается. Сборками пока двух Уралов очень доволен. Модели достойные. В Урале от фирмы «Трумпетер», мне кажется, немножко попроще все-таки сборка. Есть свои нюансы. Есть, конечно, свои недочеты и у «Звезды». Ну, будем ждать тот момент, когда у нас соберутся оба модели, покрасятся, и уже будем смотреть на них, на готовые, так сказать. Ну, теперь сейчас за кадром все быстро срежу и потом включусь при сборке. После того, как срезал детали, надо их хорошо зачистить. Сейчас дочищу эту вот деталь и начнем склеивать кузов. Сейчас посчитаем, сколько деталей в кузове Урала от фирмы «Трумпетер». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 деталей из пластика. Я смотрел по инструкции, что там еще есть детали из фототравления. Сейчас быстро это все склею и начнем делать кузов Урала фирмы «Звезда». И посмотрим, со скольки деталей состоит он.
Вот, друзья, детали кузова Урала от фирмы «Звезда». Состоит он из 15 деталей, но это я не считаю еще ящика. И сразу хочу показать и обратить внимание, кузов Урала полностью усыпан такими вот следами от толкателей. Например, на этой детали не страшно, что они есть. Это все равно не из кузова. И этого особо не будет заметно, тем более, если мы покрасим, закроем каким-либо пигментом. Но вот на бортах это будет очень сильно заметно и видно. Вот следы от толкателей. Они попадают как бы внутрь кузова. Но я думаю, после покраски и смывки они просто вылезут, и их будет сразу же заметно. Поэтому, скорее всего, их придется шпаклевать. А кузов Томпетера делал без единого слоя шпаклевки. Приступим к сборке данного кузова.
закончил сборку, собрал два кузова. Сразу же хочу поделиться своими впечатлениями. Сборка кузова от Урала фирмы «Звезда» мне понравилась намного больше. Само кузово сделано поинтересней, побольше деталей, и как-то вот рельеф и все остальное мне понравилось побольше. Конечно же, один из плюсов фирмы Трумпетер — это фототравление. Немного фототравления на бортах. Брызговики. Брызговики, конечно, смотрятся очень красиво. Сам размер, толщина их. Но все же, вот если сравнивать, то «Звезда» поинтересней. Не понравился у «Звезды» один из моментов. Это то, что вот на скамейках здесь были следы от питателей или от толкателей. Пришлось их зашпаклевывать. Неужели вот не могли эти следы сделать с тыльной стороны, которая будет приклеиваться к борту? И вот этот момент мне не понравился. Понравились петельки. Петельки под тент, эти крючки. Например, у фирмы Трумпетер мне они не понравились. Во-первых, не понравилось, что отверстия под эти крюки были намного меньше, чем толщина самого крюка. И приходилось подрезать каждый крюк с тыльной стороны. Ну, а в целом после сборки все смотрится интересно. Теперь Уралы готовы под покраску. Начну красить с кабин, потом покрашу рамы, кузова. Черный цвет в пришейдинг. Как видите, все стало на свои места отлично. Стыкуем. Все идеально собралось у двух моделей. Кто не подписался, друзья, подписывайтесь. Следующие видео будут по покраске данных Уралов. Всех благ вам, вашим близким. Если вас, друзья, заинтересовали данные модели, то вы их можете без проблем купить в интернет-магазине «Я моделист». Ссылочки будут в описании под видео.